And y'all ready for this? Обеспечивал выпечкой с гашишем. Он говорил, что экстаз, который они испытывали, был несравним с тем раем, в который они бы попали, умерев за него. Их звали гашишинами, а позже они стали ассасинами. Любопытно, да? Спасибо за урок истории. Наслаждайся моментом. Больше ты никакого экстаза не испытаешь. Я ставил на тебя. Я знал, я не сомневался, что навыков хватило бы лишь тебе. Я тоже хочу признаться, пару раз ты получал контракты, которые хотел я. Охренеть. Все это за то, что я урвал твой контракт? Нет. Ты что? Но я всегда страстно жаждал быть лучшим. Первым. Мама считала, я перебарщиваю. Но сейчас у меня есть возможность все себе доказать, правильно? Я не такой. Я не мечтал стать лучшим ассасином. Королем убийц. Что это вообще значит? Аша была права. Смерть – это часть жизни. Да будет так. Секунду каждого дня. Я знаю, что такое терять по-настоящему близкого человека, как это убивает. Но ты все равно приехал и рискнул поставить свою дочку сиротой. Зачем? Чтобы спасти остаток семьи. Но для этого тебе придется убить меня первым.
Все короли смертны. Есть победитель.